Всем привет! Я сегодня вам покажу Майнкрафт мод на машины. Мод на машины можно скачать по ссылочке в описании под моим роликом. Я сегодня вам покажу Майнкрафт мод на машины на 10 мод на машин. То есть на 10 модов на машин. Скачать все эти моды можно по ссылочке в описании под моим роликом. Моды работали. Вам для начала нужно включить эти экспериментальные режимы к своему миру. Вот, когда вы создаете свой мир, вам нужно эти включить экспериментальные режимы. Вот, активировать. И все вы должны их включить, чтобы все моды работали Майнкрафта. Все моды работают только так. Когда вы все это активируете, нужно зайти мои наборы, то есть наборы ресурсов, да. Ну и просто активируем эти моды на свой мир, который вы хотите. Вот, еще вот и все моды можете активировать. Вот и КамАЗ активировать, и все. Дальше, когда все проактивируете, зайдите наборы параметров. И зайдите в мои наборы. И там тоже включите активировать. Кстати, некоторые могут автоматически там даже появиться. Дальше активируйте дальше. И активируйте, вот, нажмите продолжить. И просто мы ждем. Мы недолго ждем, да. Вот, и дальше создаете свой мир. Ну а дальше все по-своему. Включайте творческий режим, например. Называйте свой мир и делайте, что хотите. Называть мир, сид там кидайте, любой, который... Ну и вот, творческий режим включайте, любой ключ генерации, и создавайте мир, и все. Мы будем создавать сейчас мир, вот, смотрите, все у нас здесь есть, вот, все мы активировали, и все хорошо. Можно активировать дальше этот мод, вот это можно активировать, но это уже не нужно. Ну что, приступаем к обзору мода. Ладно, мод можно скачать по ссылочке в описании под моим роликом. Все эти машины можно скачать под моим роликом. И карту можно скачать по ссылочке в описании под моим роликом. А сейчас приступим к обзору. Первая машина, это у нас какая-то машинка. Давай-ка мы ее поставим здесь. И это у нас, ну, какая-то хондик. Ладно, давай-ка мы в нее сядем и посмотрим, как она катается. Скачать мод, этот мод можно по ссылочке в описании под моим роликом. И этой машины тоже можно скачать по ссылочке в описании под моим роликом. Ну и можно, кстати, скачать еще, не знаю что. Давай-ка мы на ней прокатимся. Смотрите, как у нее здесь видимость. У нее видимость очень плохая. Ну как плохая? Деревья как-то странно выглядят. Там вот так выглядит, а здесь все черное. Видите? Черноватенькое все. Послушайте звук этой машины, как она катается. Ладно, вы уже послушали этот звук машины. Красивый, кстати. Мне кажется, нормальный. Давай-ка мы от нее сядем. Ну, хорошенькая так машинка. Давай-ка посмотрим другую машину. Это у нас другой цвет. Это у нас черный цвет машинки. Смотрите, это у нас черненькая. Ничего от этой машинки, конечно, у нас не отличается. Не отличается, да. Смотрите, у нас подняты эти, как сказать. Двери, да, двери, конечно, подняты еще, кстати. Ну, давай-ка мы поставим еще. Это у нас беленькая машинка. Это у нас синенькая, фиолетовенькая какая-то машинка. И это у нас последняя красная машинка. Все, я показала обзор на эту машинку. Приступим к следующей машине. Кстати, где находятся все машины? Вот сюда заходите. Яйца спамна. И здесь находятся все машины. Следующий обзор будем смотреть вот на эту машину. Давай-ка мы все эти моды возьмем и посмотрим, что это у нас за эта машина. Следующая машина. Давай-ка мы посмотрим, что это за машина. Первая машина. Это у нас... смотрите. Что-то странненькое такое. Смотрите, какая-то машинка. Здесь что-то написано. Ладно, давай-ка мы на нее сядем сейчас. Чтобы прокатиться на этой машине, нужно сесть вот сюда и кататься. Вот так.
Вы будете на ней кататься сидя, да. Вы будете на этой машине кататься, конечно, сидя. Ну, какая разница? Ну, и ездить на этой машинке, конечно, будете. Вот лента какая-то. И просто будем ездить. Давай-ка послушаем звук этой машины. Понятненько, да? Вы услышали звук этой машинки. Катается она быстро, конечно, хорошо, нормальная машина и самый лучший мод, который можно было подобрать из этих модов. Давай-ка посмотрим следующую машину. Вторую машину. Вторая у нас машина синего цвета. Отличается тоже. Давай-ка мы на нее сядем. И у нас здесь тоже все темно, как всегда. Давай-ка на ней прокатимся. Она ничем не отличается. То есть не отличается, да, не отличается. Только отличается цветом. Давай-ка давай еще посмотрим. Это у нас красненькая машинка. Давай-ка посмотрим четвертую. Это у нас беленькая машинка. И еще последнюю посмотрим. Это у нас зелененькая машина. Ну да, самая популярная зелененькая такая. Давай-ка мы на нее сядем и прокатимся. Ну все нормально. Приступим к третьему моду. Следующий мод очень крутой. Давай-ка мы посмотрим первую машину. Это что-то разрушитель. Понятно. Давай-ка мы поставим еще одну машинку вот такую. Это у нас гоночная машинка. Давай на нее сядем. Давай-ка послушаем звуки, как она катается. Так, вы услышали, как она катается. Давай-ка мы выберемся. Машина утонула. Кстати, я же не знал, что здесь река есть. А я говорил, что здесь нету рек. Вот, и корабль зря я не потратил. Вот, вот такой у нее звук. Цвет у нас падает рандомный. Смотрите, у нас очень много всяких цветов падает. Цвет рандомный, рандомом и с каким-то шансом. Да, с каким-то шансом у нас падает какой-то цвет. Самый редкий, мне кажется, вот этот самый красивый очень. Ну и здесь очень много всяких цветов, хочу сказать. Давай-ка приступим к следующей машинке, к следующей. Это у нас какая-то, не знаю, давай-ка мы на нее сядем и послушаем ее звук сначала. Звук какой-то нормальный, ненормальный, не знаю. Давай-ка мы на ней прокатимся, тоже хорошее. Дизайн. Это у нас теперь мотоцикл. Давай-ка мы сядем на этот мотоцикл. Кстати, у мотоцикла разные цвета и рандомный цвет с каким-то падает шансом. Самый частый шанс это черный цвет, да? Давай-ка мы сядем на зеленый мотоцикл и послушаем, как он звук он ездит. Понятно, это мотоцикл, на нем можно ездить. Ну, очень удобно, ездить не быстро. Для транспорта Майнкрафт он пойдет, очень классно. Ставлю лайк, да, ставлю лайк. Давай-ка мы поставим еще эту машину. Ну, это обычная какая-то машинка. Давай-ка мы поставим эту машину, это у нас гоночная машина. Это у нас скорая помощь. Давай-ка послушаем, как она ездит. Ничего нету, просто обычный звук. И просто обычный транспорт. Ничем не отличается от обычной машины. Давай-ка поставим еще эту машину. Это у нас одна и то же, но она не одна и то же. Давай-ка поставим еще эту машину. А это у нас что-то поинтереснее. После этой машинки у нас залагал Майнкрафт. Смотрите. Послушайте. Странненько как-то, ну, понятно все. Давай-ка мы эти все машины выбросим. У нас еще остались машины. Это пожарная машина, вот эта машина, такси и еще вот эти. Вот.
Осталось у нас, это у нас пожарная машина. Давай-ка посмотрим, отличается она у нас от чего-то или нет. Давай-ка мы на нее сядем и прокатимся. Смотрите, на ней выкапливают капли какие-то, капельки, да? Когда едем, на ней капельки какие-то, да? Понятно. Обычный транспорт медленный. Дальше это у нас какая-то машина. Ладно, будем сейчас слушать. Так, у нас пожарная машина. У нас такси. Давай-ка на такси прокатимся. Только на ней прокатимся. Смотрите, у меня кто-то звук. И автобус. И последнее, это у нас автобус. Дай-ка послушаем звук. Обычный автобус, давай-ка на нем прокатимся. Ну, обычный транспорт автобус. Можно скачать по ссылочке, описание, конечно, под моим роликом. Кстати, у нас еще остались всякие машины. И последняя машина это у нас осталась. Вот это и вот это. Первая машина, которая весит аж 12 МБМ. Ну, это для меня много, конечно, и для мода уже должно быть много. Но зато она очень красивая. Давай-ка мы эту машину поставим. Смотрите, какая у нас красивая машина. Военненькая такая машина, влюбаемая написано. Ну, давай-ка посмотрим, что это за машина. Давай-ка мы на нее сядем. Ну и прокатимся. Давай-ка послушаем ее звук. Звука у него никакого нету. Ну и давай-ка просто прокатимся. Машина очень быстрая, кстати, хочу сказать. Скорость у нее очень быстренькая. Мы на нее сели. Ну и хорошенькая. Смотрите, на ней ездить хорошо. Все, мы прокатились на ней. Все хорошо, выглядит нормально. Ну, очень, хочу сказать, красивая. Модерированная такая. Ну и хорошенькая. Ну, нормально. Давай-ка посмотрим теперь мод на КамАЗ. То есть на какой-то КамАЗик 530. Давай-ка мы на нее сядем. Откроем дверь и сядем. Давай-ка послушаем этой машины звук. Звука нет. К сожалению. Давай-ка мы на ней прокатимся. Ну и все. Вот обычный КамАЗик ездит не быстро, хорошо. Кстати, и ездит нормально, не быстро, и все хорошо. Хороший мод можно скачать тоже по ссылочке в описании под моим роликом. Надеюсь, у вас все получилось скачать, и обзор вам понравился. На этом всем пока, всем пока-пока. Ну и все. Всем пока, всем пока-пока. Показала все Майнкрафт модная машина. Кому понравился модная машина, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и все.